В библиотеке Франко прошел день открытых дверей для слабовидящих. В обзорной экскурсии участвовали больше 30 человек. Их ознакомили с отделами и услугами библиотеки. Акция проходит в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Действует она по всей России. Программа предусматривает создание безбарьерной среды и реабилитации инвалидов при общениях к сфере образования, спорта и культуры. Хотелось бы, чтобы откуда-то черпать эти знания. Энциклопедические, исторические, географические, культурные. Все это надо откуда-то черпать. Черпаем мы это из того, что нам доступно. И чем больше доступных средств будет к этому, тем лучше. Сейчас в библиотеке готовят специальный отдел для людей с ограниченными возможностями. Открыть его планируют к концу года. Также здесь появятся книги для слабовидящих и специальная аппаратура. Формируем наш фонд. Раньше, до 2015 года у нас не было этой категории читателей, мы их не обслуживали. Теперь, конечно, мы будем в этом направлении работать. И не только для слепых и слабовидящих, а вообще для всех категорий людей с особыми потребностями.